Центральный парк – один из старейших парков Шымкента. На месте отдыха, история которого восходит к XIX веку, высажены многолетние деревья и цветы. Особое внимание уделяется их обслуживанию. В рамках экологической акции «Чистый Казахстан» в парке провели работы по очистке и уходу. Центральный парк стал излюбленным местом горожан, которые любят прогуляться. Аккуратно засеянные газоны и цветники. Ухоженная аллея сразу бросается в глаза. На содержание зеленых насаждений закреплены 15 работников коммунальных служб. Сегодня им на помощь пришли около 30 рабочих из других парков. Мы получаем от горожан очень много слов благодарности. Спасибо и молодежи. Отрадно видеть, как они активно участвуют в подобных акциях и мероприятиях. Сейчас жители намного культурнее, некоторые даже помогают нам. Уборщики, проделавшие недельную работу за несколько часов, привели в порядок газоны, пропололи цветочные пни и побелили деревья. Кроме того, памятники в парке были очищены от пыли. Я часто гуляю в этом парке, здесь уютно, чисто и атмосферно. Спасибо ответственным работникам за чистоту в нашем городе. Центральный парк давно уже стал визитной карточкой города. И здесь до сих пор можно найти деревья, посаженные в конце 19-го, в начале 20 века. Такой бережный подход к парку не случайен. Ведь Центральный парк – один из старейших в Шымкенте. Парк, ставший любимым местом отдыха нескольких поколений, является центром игры в шахматы. Ведь здесь каждый раз можно встретить пожилых людей, играющих в шахматы. Ернур Бабиев, Алмазан Абегова, новости.